Прокуратура города Мирного поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Нюрбинского района. Он осужден за совершение убийства. В суде установлено, что в мае 2022 года на охоте между подсудимым и потерпевшим, накануне совместно распивавшими спиртные напитки, произошел конфликт. Подсудимый, оскорбившись противоправным поведением потерпевшего, который нанес ему удары металлическим предметом во время его сна в охотничьей избушке, решил совершить его убийство. В целях реализации преступного умысла подсудимый, взяв из лодки охотничье ружье, вернулся к избушке, возле которой находился потерпевший, и произвел прицельный выстрел в его голову. От полученных ранений последний скончался на месте происшествия. В суде подсудимый признал вину в том, что произвел выстрел в потерпевшего, однако сообщил, что умысла на убийство не имел, только превысил пределы необходимой обороны. По результатам рассмотрения уголовного дела, суд на основании представленных государственным обвинителем доказательств признал мужчину виновным в умышленном убийстве и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.